Давайте посмотрим новый трек. Недавно только разбирали трек Хиона. За слово почили мы жестко. И теперь мы разбираем новый трек. Да, в начале сентября 2022 года вышел трек «Сектор Приз». Продюсер by LSP Павло Шевчук и No Chopping. Да. Сингл LSP выпущен в начале сентября 2022 года. Впервые был представлен на фестивале «Ласточка Саммит». Саммит в начале июня этого же года. В треке рассказывается печальная история, связанная с неблагополучием, наркотиками, предательством и тюрьмой, в которой включил отсылки и метафоры, отсылающие к знаменитому капитал-шоу «Поле чудес». Интересно, что за гитару на этом треке отвечает известный российский телеведущий Иван Ургант. Окей. Все, да? Хорошо. Хорошо. «Сектор Приз». На Барпапане. Погнали. 2.55. Семьей смотрели старый горизонт, как в одной телеигре другим везет. Белоснежный конверт бросаю ящику в рот. Внутри рассказ о себе и кроссворд. Семь букв по вертикали, бедная часть города. Отсюда мы мечтали разбежаться во все стороны, подобно тараканам, застигнутые светом полицейского фонарика. Что у вас с глазами? Откуда дует ветер? Проследуйте с нами и не забудьте пакетик, который потеряли, едва нас заметили. Пять букв по горизонтали, нецензурное междометие. Сектор Приз, старый лис усмехается в усы. На мой рис крутит барабан, барабан, барабан. Банкротом никогда не выпадает. Сектор Приз, старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан, барабан. Да жми ты на курок, если загнан в угол, грозит реальный срок. Можно и про друга рассказать стишок. Я навсегда усвою жизненный урок. Химия закончилась, прозвенел звонок. Но предки все сидят там же, где сидели. Тупо смотрят все подряд. После трудовой недели я не смог им показать ни призов, ни денег. И мы пялимся опять за проклятый старый телек. Ну шо ты, дядя Лёнь, как тебе мои закатки? От слез соленые мечты остатки нам на этом поле в обязательном порядке достанутся ключи. Сектор Приз, старый лис усмехается в усы. На мой риз крутит барабан, барабан, барабан. Очень она банкротом никогда, да, такая, не выпадает. Сектор Приз, старый лис усмехается в усы. На морец крутит барабан, барабан. Да жми ты на курок, заебал. Окей, окей, я тебя понял. Да, естественно, я думаю, что это очевидность максимальная, да? Насчет грустинки. Грустинка тут присутствует. Текст хороший. Интересно меняется, да, постоянно. Вот, и вот это ощущение. Дожми ты на курок, да, вот это вот. Дожми ты на курок, заебал. Нецензурная междометие. Красиво, да. И чувствуется, да, такое, что типа не показал ни денег, все подряд, там мы пялимся опять в проклятый старый телек, типа пиздец. Да, можно и про друга рассказать стишок, тут, в принципе, и понятно из контекста, и написано, что типа есть выбор, да,
рассказать, настучать на друга там или самому сесть, вот это все. Прозвенел звонок, химия закончилась, да. Угу. Бриджик такой. Ну, прям рассказанная история, очень ситуативный трек на самом деле. Погрузиться, подумать о жизни, ну, не совсем попадает в мой нынешний вайб, но объективно это очень круто, реально. Я не буду это слушать, я не знаю, при каких обстоятельствах. Надеюсь, у меня не будет обстоятельств, при которых я это послушаю, но это... Это очень сильно, короче, да. Это очень сильно. За те оскорбинки, блядь. Да пиздец. Давайте заценим этот трек. Для брок-боя в итоге. Ну да, это точно, бля. Это точно, бразер. Так. Рифмы и образы. Бля, ну 10 баллов. ЛСП в тексте ёбнутый чувак вообще. Ритмика для этого трека. Да опять база максимальная. ЛСП очень силен в своей хуйне. Просто пиздец. Ну реально. Текст сильнейший. Структура интересная очень. Для жанра выбранного правильная. И бриджик, и припев, и все вот эти вот. И тут вот в конце он подбивает. Это все-таки тоже идет так или иначе. В структуру, да. Я пробую до чего-то доебаться. Вот честно, вот я пробую. Что там? Он не реализовал в чем-то стиль? Что-то где-то он сфальшивил? Что-то как-то... По атмосфере, по харизме. Я не знаю, что сказать. Как бы. Все очень круто, нереально. Эта хуйня давит. Потому что даже вот раз, вот охуенный вайп после огней, да, Салуки. Хоба и притушил, он придавил нас моментально. То есть он прям пробивает это. Трендовость, вот 1-2. 1-2. 2, наверное, 2. Один, два, хуй знает сколько, один или два. Не знаю, один, наверное, бля. Бедная часть города, отсюда мы мечтали разбежаться. Два все-таки, да. Или тут один, да. Базару нет, один. Бля, такого, по-моему, вообще ни разу, да, не было, чтобы один было и вот пять. 66 баллов. Охуеть просто. Спасибо, ЛСП, за такой интересный, необычный трек. Это было прикольно. Хорошая атмосфера. Плохая атмосфера, сделанная хорошо, да. Плохая, в смысле, тяжелая, пиздец. Интересно.